Так. Противник друг. Уже забрал бомбу, я здесь, противник. Друг, я здесь. Дружище, браток. Давай. Ну давай, друга. Ну, брат, давай. Делай, делай, родной. Как он потерялся в моменте. Он не знал, по кому из вас стрелять, ведь вообще ничего не попал. Он так долго звука пытался убить, Смухи вообще уже потерял надежду. Ну что, друзья, всех приветствую, с вами команда More Games, и да, сегодня мы с ребятами решили вновь сыграть на самом низком рейтинге в CS 2 и посмотреть, что там происходит. Мы собрали прям самый-самый сок, прям самые угарные моменты, поэтому, ребят, я всем желаю приятнейшего просмотра, отличнейшего настроения. Конечно же, не забудьте влепить лайк, а мы... Давайте скорее начнем. Ух ты. Ребят, там два снайпера, один в джангле, другой на стейрсе. Там второй не снайперком, по-моему. Снайпер это бубен, вот это бубен на стейрсе. Там сильнейший игрок в джангле. По Никите не мог попасть, пока он на нем сидел. Ребят, есть гранатки ему какие-нибудь откинуть? Только молли много. Ой-ой-ой-ой. И на стейрсе, смотрите, снайпер. Ой, снайпер пошел вычислять. Ёп. Опа, идет к вам и... Хорош, еще! Хорош! Ох ты, я прям к нему в лапы пришел! Осторожно, ребят! А-а-а! Он оставил юз маншу! Маншу! Давай в коннекторе! Я смотрю, смотрю, у тебя хорошо получается, давай. Спасибо! На-на-на-на-на-на-на! Там второй пришел! Я этого устраню быстренько! Оп! С ножом! Я убегаю! Отстань от меня! А он тоже, он не пошел за тобой, он в нас смотрит теперь. Перезаряжается. Тихо. Надо поставить. Он уже здесь. Он особо опасен. Прикройте. Он взял М-ку. А поставь прям при нем, что он тебе сделает. За коробкой прям сядь. Разбегаемся, ребят. Пистолет достал, агрессивный какой. Куда? А, это здесь. Он там, блин, чуть не попал по мне. Чуть ему не отдался. Меня заметили. Ладно, все, нет. Ой. А где он? Он в нычке. Дружище, блин, я поменял оружие. Еще оружие нашел. Он взял оружие сильнее, которое без глушителя. Смотри, попадать стал сразу. Опять перезарядка пошла. Братан, пора дефать. Давай, мы в тебя верим. Давай. Все, дефай, хорош. Да не мешай, не мешай уже, дефай. Он еще фейкует, стоит. Ты так, в принципе, при нем стоишь. Он фейкует, тыкает. Мне интересно просто, в чем идея. Была. Это гений какой-то. Ребят, поможете под Б как-нибудь? Меня не выпускает из дома. Пойдем. Сейчас будем. А где он? Он на меня охоту ведет. Прыжки сейчас будет убивать. А, так смотри, мы сейчас вот так вот. И еще одну мы туда. Отвлекли, все. Владик пробегает. Могу выходить? Да. Ё-моё, там очень сильный. Он очень сильный, аккуратно. Так. Мне страшно. А, да, я так решил. Да. Ну, в целом, грамотно. Я тут стою просто вот, стою здесь и отдыхаю. Не понял. Потерял. А все, тебя нет. За что своего-то? Я слишком сломал им мозг. Бля, это очень смешно. Такая тупая ситуация. Он уже апдаун. Вы вдвоем прям на него. Без страха. Да куда? Никита, по-моему, понимаю. Хаешка, а у тебя нет хаешки. Пусти меня, брат, я сделаю. Так. Противник уже забрал бомбу, противник. Друг, я здесь. Дружище, браток. Давай. Любименький, ну давай. Друга. Давай. Ну. Брат, давай. Делай. Делай, родной. Как он потерялся в моменте. Он не знал, по кому из вас стрелять, ведь вообще ничего не попал. Он так долго звука пытался убить. Смухи вообще уже потерял надежду. И сколько у патронов-то мне попал Смухи? Вплотную, просто даже без прицела можно было хоть что-то попасть рандомное. Еще и хаешкой прилетело бедному. Марат, мы снова против чемпиона. Так это ты на желтом. Охраняет? Нет, не охраняет. А где он? А где наш чемпион? А он на Б, он на Б снова. Ты куда, идем, брат? Идем за ним, мы его тиммейты. Опа, здорово, друг. Опять муха!
Так, оп, поворачиваюсь. Давай, брат, за мной. Оп, погоню. Давай, оп, увернулся. А патроны все кончились, дигли. Оп, кто на меня? Давай. Подожди, давай, перезарядка, перезарядка. Перезарядись, еще один шанс, еще один шанс. Ага. Так, прицелься получше, получше, смотри. Оп, я сел. Поставь просто. Давай, 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 давай. Продлю раунд, продлю раунд. Ай, попал. Оп, давай, у тебя больше времени, брат, погнал. Ух ты, ё-моё, агрессор был вооружён и опасен. Танцую от него, мансую. Он все еще за мной. Да, 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 встал. Ааа, попал даже. Пускай деф отсадится, я не знаю. Страшно, страшно. Очень страшно. Это наглость. Я с хаешкой зажатый, если что. Аккуратно. Давай, попробуй. За дефой, ну. Ах ты гад. Если бы Владос тоже хаешку расчехлил. Да, 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 он сейчас мог подорваться опять. А мы выиграли все равно. Так долго пытался нас там убить. Но он справился, наконец-то. Это ему потребовалось 5 обоим в дигле. Но он осилил. Ой, блядь. На Б атака. Значит, нужно ее предотвратить. Ну, вроде остановилась. Ой, не-не-не-не-не, ребята, бомба несется. Я им помогу куда, сразу куда же. Прятаться? Отойдите, отойдите, ребят, все разойдитесь. Сейчас люди пойдут ставить бомбочку. Что происходит? Смачок, мы ожидаем смотреть здесь. Пропустите, пропустите, ребят, тут важные очень люди идут. Ой, в окне игрок. Наверное, уже стоит продлевать. Давай, давай, давай. Проходит, проходит. Ребят, нам еще могут смоки пригодиться. А, что нет, нормально, он где-то здесь. Дал еще вам туда, куда-то в тот район. Я куда-то уперся. Ты... А как дефать? А я не вижу, куда пройти. Я дефаю. Нормально, дефаешь, пойдет. Все нормально, ребят. Все хорошо, все хорошо. Пойдет. Просто с самого начала раунда мы отсидели. То есть, ну они вообще да, ничего не заподозрили, такой смог лежал. Так мы удобно им подстелили, чтобы они прошли поглубже. И перед тем, как мы продолжим, друзья, давайте запустим новенький розыгрыш. Прошлый у нас уже подошел к концу, и его результаты вы, конечно же, можете глянуть в нашем телеграм-канале. А сегодня предлагаю стартануть новый, и для этого давайте, конечно же, переместимся на замечательный MyCSGO, и сходу сегодня откроем один из моих любимых кейсиков. Это кейсик Тезер, который я обожаю открывать для розыгрышей, и давайте сегодня рискнем и посмотрим, что нам отсюда выпадет. Но я надеюсь выловить что-нибудь 1000 за 40, может быть даже дороже, но давайте смотреть. Давайте смотреть, повезет ли нам или нет. Так, ну чё-то, по-моему, это дешевенький 5... Ладно. Не такой уж-то и дешевенький 5-7, но... Блин, я бы, конечно, его забрал, но чё-то как будто хочется что-то дороже разыграть, поэтому продаем его и пробуем еще раз. Но надеюсь, что сейчас даст что-то жирнее. Так. Опа! А сколько он стоит сейчас? Вот это жирно! Слушайте, по-моему, очень клевый приз получается. Если что, из этого дигла крафтится МК рыцарь, из которого потом крафтится АВП Dragon War. Мне кажется, это прям максимально классный приз, максимально крутая инвестиция, поэтому, ребят, мы его однозначно забираем, и этот дигл у нас идет за первое место, и еще будет 4 приза, но какие именно они будут, мы уже узнаем в следующих выпусках, но розыгрыш стартует уже прямо сейчас. И, ребят, давайте расскажу, что нужно сделать, чтобы в нем поучаствовать. А на самом деле все просто. Вам всего лишь надо активировать вот такой замечательный промокод М30, который, во-первых, даст вам аж плюс 30% к пополнению, а во-вторых, активировав его, вы автоматически принимаете участие в этом топовейшем розыгрыше, результаты которого будет известно уже через 3 недельки. Поэтому, друзья, поспешите, собственно, этот код и саму ссылочку на сайт, и, конечно же, оставлю его в описании, поэтому забирайте годноту, всем желаю удачи, а мы продолжаем. Да, ребята, а вот он идет. Почему против нас постоянно этот чел остается? Он потому что крысит где-то и выходит. Да я вообще не понимаю, где он уходит. Ой-ой-ой. Он вот здесь. Опа, у него муха, ребят, осторожно. Очень опасное оружие. Я хочу сделать подарок вот такой вот. Надя, блин. Ну, не принимает подарки. Так, я слежу за ним, ребята. А ну, а бандит, попикайся с ним. Ну-ка. Опа. Заметьте, у нас по-моему. Кажется, и меня тоже обнаружил по итогу. Подожди, он все, перестал стрелять. Все, друг? А, так все, это наш Кен, братишка. Да а не нет, совсем! Блядь, подлянку устроил! Так, тихо, тихо, муху опять достал. Вот это уже поаккуратней будьте. Не надо, не надо. Смотри, выбирает смешно. Он давит себя очень сильно, будь осторожен! Он на меня переключился! Опс, давай, брат. Давай, давай, ты сможешь. Блядь, он вообще ни разу не попадает с этой мухи. Не было зарегистрировано ни одного убийства с его опаснейшего оружия. Ох ты, ёп! Хорош, легенда. Штрафную тебе одну. Поставьте по бомбу. 10 секунд. Поставьте. Он атакует. Отвлекает, отвлекает. Он идет, брат, он идет! Беги!
Сильнейший смок. Давай, брат, ты сможешь. Он сейчас на ниндзю, пойдет, осторожней. Не верю. Он ищет смоке. Он убежал? Куда? А, вот. О, перезаряжает, муха, осторожней, ребят. Он по кругу бегает. Ой. Ох ты, вот это он развел сейчас. Оп. Оп. Вот это опасно. Вот это очень опасно. Давай, ну ладно, закончим раунд, давай, убивай. И депай, брат, твое. Его постоянно эта проклятая флешка встречает. Хаешка встречает. Там какой-то, ребята, киберспортсмен сидит реально. Самый недооцененный игрок Counter-Strike. Заметьте его, Нави. Хочу еще найти его разок. Мы снова обошли его стороной, потому что он где-то притаился опять. Подождите, а может просто поставить бомбу на Б, пусть он сюда придет? Давай, давай. А у него... Ой, он на Б пришел! Ты мне а ты попробуй, ребята, нужно отвлечь и поставить бомбу прямо при нём. Жди мой топ. Я помогаю. Прикрывайте на себя. Меня попал. Возьмите на себя его, всё, ставь. Всё, нарывай. Ой, да я тут, Алло, чел. Ну я смог. Он, блин, посидящего не попал. Просто ставил бомбу. Он еще так грозно бежит. Ох ты, ёма. На бегу ноускопом попал. Это сильно было. А как у меня 4 пули не попал? Блять, он почти 30 уже дропнул. О, он на первом месте, ребята. Я же говорю, мы его недооценили. Никто его недооценил. Вот так вот мы пустим ему статистику. Пробиваем его на самые верха игры. У меня челлендж. Пронести просто вот так бомбу по всей карте. Тебе надо сделать круг и поставить на Б. Как трофей, да. Олимпийские игры, пошли. Вечная бомба, блядь, вечные проблемы у меня сейчас. Ой. Кажется, я ушел. Нормально, ребят. Меня не остановить. Там в окне еще человек. Так, за мной хвост. За мной хвост! У нас же ноги. Так, у вас тут все спокойно? Да, все ну, спокойно. Да, нормально. Хорошо. Ай, меня с девса уничтожили. У меня были некоторые трудности, но я справился. Ребят, несу бомбу под Б. Давай, один в КТ, один в джангле. Б чисто. Точно? 100%. Надеюсь, тут никого по пути не будет. В китчене есть. Все, ребят, забег удался. Иду ставить. Точно никого? Двое на у меня. Просто... Я так в наглую пробежал всю карту. Так, ладно, там, по-моему, китчен идут. Они вообще поняли, что я на Б поставил? Ой, с чего, слепым? Ребят, бомба стоит. Алло. Убить их, конечно. Там на, раскидывают что-то. О, есть. Алло. Теннису Савика. Алло, блядь. Ты диффузить идешь? Алло. Какой диффузить? Мышку держать не научился, что я от него требую. Ребят. Там противник пытается отстреливаться с юспом. А, Влад, зажимай хаешку, побежали в него. Погнали, погнали. Зажимай в коробку берем коробку его, пока он давай, на стены. Стоять. Ты что, сам уничтожился? Там дудос произошел. А третью Артем еще или кто перед смертью успел накинуть? Там столько говна налетело в момент. Ой, ё-моё, ребят, у меня снайпер тут. Разберитесь с ним, пожалуйста. Нифига он наводит на вторую свою. Очень прицельно человек работает. Ребят, поглядите, аккуратней, очень аккуратней с ним будьте. О, скорее всего, он может в окно прийти. У него там подзорная труба, будь здоров, аккуратно. Подойди-ка к нему, где он там. Ё-моё, он там реально стоит. Да еще раз. Проверь его снайперские качества. Куда он бежит? Иди за ним. Пошел за бомбой. Не, вот он. Ой-ой-ой. Оп. Охраняет. Я рыба. Оп, оп. Сейчас, прицелиться, подожди. Я почти Карас. Подошел. Так, смотри. Лови тоже, плыви. Оп, как пошел. Вот смотри, когда спешит, не попадает, видишь? А вот это уже нечестно. Ой-ой-ой. 3 секунды жить, 3 секунды. Ты пойдешь. А где он вообще? Просто дальше пошел, как ни в чем не бывало. Мне понравилось, как он там прям так прицеливается, прям. Ну, в меня он там вообще формулы рассчитывал, сидел, чтобы точно попасть. Да у меня так же было. Он поехал, он, видишь, начал спешить, все промахнулся. Так, я хочу кое-что проверить. Подождите-ка. Готово. А, ребят, пассажир на балконе. Я видел. Что он там делает?
пытается меня убить, наверное. А может даже и не пытается, я не пойму. Ой-ой-ой. О, ты что за мной гонишь-то, Серега? По-моему, даже не пытался по мне стрельнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Я поставлю бомбу под его носом. Ну ты куда-то уж совсем недооценил его. А скинь мне, я закончу дело Артема. А че он тут? А сейчас можешь вот? Давай. Подожди. Переброс. Придется поставить на Б. А ты сможешь под носом у него поставить? Легко. Смотри, смачок. Дальше. Ты прям за мной. Оп, флешка. И он не видит, и я разворачиваюсь. Да-да, да, нихуя не видит. Отстань от меня, не видно ничего. Отстань от меня, блядь. Отстань от меня. Не видно, брат, не видно. Не очень остановить было. Очень злой бежал. Ни одна граната его не остановила. Что ж, друзья, надеюсь, этот ролик вам понравился. И надеюсь, что он поднял вам настроение. Если это так, то обязательно влепите лайк. И, конечно же, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать такие вот угарные видосы. И напоследок, как раз таки рекомендую посмотреть один из них. Он реально получился очень угарным. Что ж, а с вами была команда More Games. Всем желаю удачи. И всем до скорых встреч.